уважаемые гости. Мне очень приятно открыть вот эту пресс-конференцию, да, потому что она посвящена одной из затей нашего журнала и гильдии журналистской. Есть такая гильдия журналистов, пишущих об архитектуре, строительстве и сохранении культурного наследия при Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот, и вот журнал «Адреса Петербурга» и гильдия. Вот мы обратились прежде всего к фонду «Наследие барона Штиглица». Это была первая организация, которая нас поддержала, да, и это наши дорогие постоянные авторы. Вот, а затем к компании «Нарвагейт». В числе инициаторов таким образом получили средства массовой информации и негосударственные организации. Вот, а затем уже мы обратились к мэрии города Нарвы, Ивангорода, Александру Владимировичу Соснину. Вот, и мэру города Нарва Алексею Евграфову. О самой же идее, да, скажу, что она предельно проста. Значит, мы назвали эту конференцию «Приграничная симметрия» по той причине, что мы собираемся обсуждать сохранение и современное использование объектов исторического и культурного наследия по обеим сторонам границы. В данном случае по обеим сторонам реки Нарвы. Добрый день, уважаемые гости нашего города. Мне от имени ивангородцев приятно приветствовать вас на гостеприимной Ивангородской земле, уникальном месте Ивангородской крепости. И сегодняшнее мероприятие, я уверен, что пройдет достаточно интересно, насыщенно, потому что есть исторические доклады, есть очень полезная информация, связанная с историей наших двух городов, Нарвы и Ивангорода, на этой территории, на этой земле. Они, безусловно, связаны с в разные времена, где-то с дружбой, где-то проходили военные все события, связанные с Ивангородом, Нарвой. И уникальное наследие, которое у нас есть, ансамбль двух крепостей, туристы, люди, которые впервые оказываются здесь, на Ивангородской, на Нарвской земле, безусловно, отмечают и с восторгом потом рассказывают о том, что они увидели. Современный район Парусинка, который на сегодняшний день у нас есть, безусловно, требует особого внимания. Там на сегодняшний день проживает около 3000 ивангородцев, и есть ряд социальных объектов. И, конечно, нам со своей стороны от руководства Ивангорода хочется, чтобы этот микрорайон получил возможность развиваться так же, как развивается наше государство, так же, как динамично развивается наша любимая Ленинградская область. И у нас есть для этого хорошие предпосылки при поддержке правительства Ленинградской области и в части благоустройства, и в части восстановления некоторых исторических зданий, которые, ну, на сегодня, да, находятся некоторые из них даже в плачевном состоянии. Но мы это все видим, мы это знаем, мы это ставим себе в повестку дня. Безусловно, в ближайшие 2-3 года будем этим активно заниматься. Я хочу поблагодарить Ярошевского Сергея, который из Петербурга увидел этот проект, эту проблему, его поднял, привез сюда, в Ивангород и затем в Нарву много уважаемых людей, журналистскую гильдию. И я уверен, что и в том числе при вашей помощи, при вашей определенной поддержке мы сможем некоторые процессы ускорить и, может быть, придать им особую значимость. Ну и в дальнейшем, безусловно, Ивангород готов проводить на своей земле мероприятия подобного уровня, масштаба, а может даже и больше. Спасибо большое. Для меня очень важно понятие истории в том плане, что будущего без истории не бывает. Я думаю, вы со мной все согласны. С точки зрения, необходимо максимально прикладывать усилия, чтобы эту историю сохранить и это наследие передать дальше нашим потомкам. О чем надо прекрасно понимать, что мы два города, которые всегда шли вместе.
рядышком. Поэтому в идеале, конечно, что бы мы хотели видеть, это создание единого туристического ансамбля Нарвы и Ивангорода. И я думаю, в этом направлении мы будем много общаться, много разговаривать и попытаемся все-таки сделать все возможное, чтобы туристы, приезжая в Нарву, обязательно посещали и Ивангород, и наоборот. Приезжая в Ивангород, могли бы посетить Нарву. Я жду от этой конференции интересных предложений, идей для развития. Вы все профессионалы своей области, и наверняка ваши знания дадут нам, скажем так, большой стимул двигаться и дальше, и вы зададите тот вектор, которого мы обязаны будем придерживаться в плане развития, реновации наших объектов и территорий. Но наше предприятие развивает кренгольмскую недвижимость. И нас очень интересует, что были очень хорошие отношения между нашими городами и даже государствами. Потому что найти новые инвестиции на этот район очень трудно. И поэтому очень важно для нас туризм. Сегодня тоже очень важное для нас, потому что это может открывать новые двери или хоть немножко окно. Уважаемые дамы и господа, я очень рада видеть такую замечательную аудиторию. Я хочу выразить признательность от имени нашего фонда «Наследие барона Штиглица», признательность Ивангородской администрации Александру Владимировичу, Нарвской Алексею Евграфову, коллегам из Эстонского музея, коллегам нашим. Я хочу сказать, что наш фонд очень давно действует, очень давно и с переменным успехом. То есть мы постоянно трудимся над этим, но не всегда. Это все вот так вот. Бывают всплески и снова, значит, какие-то такие более спокойные, но тем не менее работа делается. Вот моя племянница Елена Олеговна Штиглиц, которая здесь просто живет, Ольга Анатольевна, они тут такое организовали сообщество и по возрождению парка, по возрождению усадьбы. А сама эта работа началась очень давно. Конечно, это все очень значительно, это все важно, и надо все это сохранять. Деятельность будет развиваться при вашей помощи. Спасибо большое. Конечно, это мероприятие очень интересно для нас и очень важно. Мы очень все любим Нарву. И, может быть, мы не любили бы так Нарву, если бы рядом не было Ивангорода. Между этими городами очень много общего. У нас есть очень богатое культурное наследие. Это памятники средневекового искусства. Это, конечно, промышленные объекты. Это река Нарова, которая общая для нас, и замечательные совершенно ландшафты с нашими нарвскими партнерами. Наше взаимодействие не является формальным, оно является буквальным и очень плодотворным подтверждением возможности нашего сотрудничества в сохранении объектов культурного наследия. Общего с эстонскими партнерами проекта воссоздания двух крепостных объектов. И сейчас мы живем ожиданием нового проекта. Мы надеемся, что в скором времени у нас в работу уйдет большой духовой амбар. Но и, конечно же, то, что сейчас является за рамками, огромный комплекс промышленного наследия, промышленной архитектуры, это очень большой ресурс для развития наших городов и Нарвы, и Ивангорода. Мы должны прекрасно оценить все возможности, все риски, все перспективы и понять, куда мы движемся, иначе любой ветер нам становится попутным. Поэтому такие мероприятия, как сегодняшние, очень важны для осознания наших перспектив, для консолидации наших усилий. И всем нам, всем вам я желаю успехов на этом пути. Спасибо большое. Мы находимся в городе, который является форпостом
России, на границе с Европой. И мы, если заглядывать в прошлое, да, то это история Российской империи, это история Петровских сражений, которые, да, мы помним как раз здесь недалеко, вот если по реке Нарова пройти по российской территории немножечко в ту сторону, то там как раз есть место, где была так называемая Нарвская конфузия. И многое всего связано. Мы надеемся, что будем продолжать через документы и через свою деятельность это рассказывать. Что касается Ивангорода, то в рамках взаимодействия с Ленинградской областью, с музейным агентством, соглашение, которое заключено с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, о взаимодействии президентской библиотеки и правительства Ленинградской области, субъекта Российской Федерации, мы надеемся, что в ближайший год, в следующем году, в рамках продолжения 3D-туров по уникальным музеям нашего региона, будем работать вместе с коллегами над 3D-туром по Ивангородскому комплексу музеев. Это не только крепость, но где мы находимся, это еще и художественный музей. Показать роль Нарвы и не только в истории эстонской государственности, которая сейчас развивается, но и в истории российской государственности, которая имеет большие, очень, да, тоже, как бы, так, предысторию на территории Нарвы. И тем более, что через несколько лет мы отмечаем юбилей Петра Великого, вы знаете, создан оргкомитет. Точно, объективно показать на основе документов, показать, что делается, чтобы мы могли гордиться своей страной. И кроме того, чтобы мы с пониманием относились к тому, как развиваются наши зарубежные партнеры. А для этого мы должны знать историю. Проекты, которые послужат укреплению взаимодействия, о чем говорили многие здесь коллеги, потому что действительно, вот у нас есть парусинка, да, в Ивангороде, это глинцудовая фабрика, а через мостик есть Кельгольская мануфактура. Да, это, в общем-то, родственные предприятия, и оба предприятия испытывают вопросы сегодня по развитию. Вот, и ясно, что надо и то, и другое развивать. То есть, как это делать? Гидроэлектростанция. На одном стороне она находится в России, на другой стороне находится в Эстонии. Там у всех людей, которые работают, есть загранпаспорта. Вот, если во все это вникнуть и еще посмотреть, как это было в исторической перспективе, то мы будем понимать, что делать дальше. Собственно говоря, для этого нам сегодня конференция нужна. Я родилась в Нарве, и с самого детства моя мечта была, чтобы в Нарве был оперный фестиваль, так как я с детства люблю музыку, не знаю, как это получилось, да. И с детства я пыталась, чтобы вот это что-то было, это где была. И в итоге получилось. И в Нарве проходит фестиваль уже 4-й год, Дни оперы в Нарве. И достаточно успешно. У нас основные площадки – это Кремгольская мануфактура, что является очень уникальным. Больше в мире нигде нет оперного фестиваля, который бы проходил у нас на мануфактуре старинной, да, достаточно. Также в Нарвском замке барочная часть фестиваля, и в Абалау у нас открылась новая сцена. Это особенно актуально, так как Нарва сейчас предоставила свою кандидатуру как культурная столица Европы 2024 года, и в этом свете все очень даже кажется достаточно реалистичным. И фестиваль у нас привлекает очень много туристов со всей Европы, с Финляндии. У нас заказывают целые автобусные туры, что я считаю, может быть, очень актуальным для Ивангорода в ходе привлечения туризма. Я хочу сказать, что вот уважаемым ученым, да, и авторам журнала «Адреса Петербурга», которые здесь, и мы уже привыкли, что это люди очень известные, как в хорошем смысле слова, маститые, да, вот, которых мы называем авторитетами, даже они авторами. Вот. Но и журналисты здесь присутствующие, да, уважаемые господа ученые, здесь присутствуют очень непростые журналисты. Я прежде всего хотел сказать несколько слов как журналист, как главный редактор альманаха «Русский меценат», и именно вот с журналистской точки зрения оценить идею Сергея как очень плодотворную, конструктивную и перспективную. Я думаю, что вот в течение дня мы будем слушать доклады ученых, и не будет возможности именно с журналистской точки зрения оценить вот то, в чем мы участвуем. Эта конференция и все последующие встречи оправдают наши ожидания. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья.
для меня большая честь оказаться на этом замечательном форуме. И на самом деле я здесь нахожусь больше как житель Ленинградской области, как житель Санкт-Петербурга, у которого с этим местом связано детство, воспоминания, когда наиболее яркие события, происходившие в моем детстве, были именно здесь. Поэтому я и сегодня вижу, как меняется этот край, как меняется взаимоотношение между нашими государствами, между Эстонией и Российской Федерацией. Поэтому я желаю сегодняшней конференции больших плодотворных результатов для того, чтобы были более полно освещены проблемы, стоящие в этом регионе, и находили свои решения. Спасибо.